Глава Сиверского района Андрей Дорошевский совместно с депутатом законодательного собрания края Сергеем Орленко проинспектировали ход строительства блока начальной школы на 400 мест в Афипском лицее. Пообщались с представителями подрядной организации. В данный момент продолжают кирпичную облицовку наружных стен, монтаж оконных блоков, систем вентиляции и отопления, отделку помещений. Начаты работы по обустройству территории.